Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Dan the Man. Ну что же, история. Поехали. Основная, конечно же, история у нас. И вот здесь мы остановились. Поэтому будем продолжать. Партнер у нас будет Джози. Ну что же, будем дальше по-прежнему бомбить врагов. Битва с боссом в конце уровня. Даже так? То есть здесь будет босс? Опять этот громила, а? Побежали, побежали. Ну, так, надо сейчас все это вспомнить. Что ты там пипикаешь мне? Иди сюда. Вот так вот будет тебя сейчас уму-разуму учить. Монетки, все дела. Кувшинчики, конечно же. Упс, кстати, это опасно вот тут вот внизу стоять, видишь? Что он вытворяет? Начинает строчить. А ты что? Так, погоди-ка, тут, по-моему, заварушка, да? Намечается у нас. Ну-ну-ну-ну-ну, быстрее, пока этот не подошел со своей дубинкой. Так, дай-ка монетку заберу. Нормуль, справились мы с вами. Так, здесь у нас кувшинчики, естественно, надо будет их разбить. Монетки. Так, прыгаем сюда. Блин, а зачем ты так делаешь, а, Денчик? Вот объясни мне. Вот так. И вот этот кувшинчик тоже мы с собой разбиваем. Оу. 10 монеток сразу получили. Ну, яблочко мне не нужно, потому что у меня фулл хп. Так, а здесь вот облачко, оно появляется и исчезает. Надо быстренько нам с тобой сейчас... Опачки. И перепрыгиваем. Давай-ка я зайду в магазин, гляну. Мне сказали, что за монетки здесь можно покупать. Сколько у меня монеток? 61. Могу купить вот этот нож... Но мне кажется, не стоит, да? Слишком дорого, ребята, выходит все. Не знаю, я заплатил маленько денег для того, чтобы отказаться от рекламы. И посмотрим, как это будет работать. Потому что рекламы здесь на самом деле очень много. И у меня просто не хватило уже сил играть. Так, отлично. Давай-ка я прокачусь наверх. Тут у нас яблочко. Но мне нужны вот эти вот... Ай! Что ж такое-то? Я же на прыжок нажал, а почему не получилось у меня? Ладно, не беда. Давай вот так сделаем. Все надо делать по-быренькому. Опа, 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 опа! Орлы вылезли. Понял, где они прятались. Вот именно что. Они прятались в этой вазе, в кувшине. Все, я их быстренько тут распинал. Опачки, идем сюда. Ну, по крайней мере, еще пока ни одной рекламы не было, и слава богу. Ой, а что такой маленький островочек-то? Господи, еле попал на него. Интересно, если я разобью, мне тоже надо будет смотреть видос? Нет, ребята, смотрите, все отлично работает. Фиг с ним, с этими 100 рублями, но зато рекламы нету. Что такое? Ох, ядрен ты батон, ты что делаешь-то, эй? Хмыреныш! Тебе мало было в прошлый раз, да, я так понял? И ты иди... Ах ты десантура! Да чтоб тебя, я не так делаю, блин. Нате вам всем. Все, закончился у меня гранатомет. Я вижу, 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 что он собирается сделать, ага. Я тебе сейчас задницу тут показываю мне. Смотри, что делает, а. Так, ребят, надо сматываться отсюда. Потому что они могут меня зажать. Ну, прыгай сюда, ковбой. На. Получил свой. Ну, а вы еще думаете, вам особое приглашение надо? У-ху! Бонзай! Вот так вот. Изи кул. Так, что мы тут? Можем это разбить? Опа, секретка, что ли, какая-то? Точно, смотри-ка. Тайная зона. Вот это кул. Вот это я понимаю. Новое достижение блестяшки. Ой, не понял. Это кто тебя сбросил, родной мой? Сейчас я пойду разберусь. Это вот этот вот сыч, да? Не отсюда. Понимаешь, я тут мирных жителей бомбят, а? Ах, да, если бы не я, что бы с ними было, а? С бедными этими жителями. Ну-ка. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Опять этот там строчит. Ё-моё, я отвлекся просто на него. Яблочко, окей. Давай, я готов. Прыгайте. Ну-ка. Я готов еще удар делать. Йо-хоу. Утонул. Ну, прыгай сюда, буржуй. А этот хитрый, этот не хочет. Ладно, я сам... Прыгнул, не гордый.
Что ты думаешь? Я тебе дам спокойно жить? Нет. Конечно же. Чтобы, ребята... Ой, а их тут двое. Ну, блин, я хотел не это сделать. Да что такое? Почему не срабатывает? Эй, удар должен быть у меня. Вот он. Давай, камон, 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 походи. Оу, я в ярости просто. Кровь бурлит. Давай, там пушничек разобьем. Эй, парень. Опа! Блин, я, честно говоря, не ожидал, что он сейчас шмальнет. Но он не растерялся и шмальнул. Так, монетки забираем. А вот этот вот... Ах ты, елки-палки, я думал, что он знает, что делает. Опрокидывает. Ну, я ошибся. А он вернется хоть ко мне обратно-то, а? Эй, досочка, вернись. Да ну, быть такого не может, чтобы она не вернулась. Так, давай-ка разобьем пока этот ящик. Да вы что, серьезно, что ли, а? А, бочка, вот она. Нет, это не та бочка. Эта бочка просто нарисована. Погоди-ка. Неужели она не вернется ко мне вновь? И я не смогу переплыть на ту сторону. Но это будет подстава самая настоящая. Да ё-моё, он опять уплыл. Слишком долго я бегал. Ладно, давай посмотрим. Я ведь не побегу через воду, понимаешь почему, да? Иначе я погибну там. Ну где, где этот мостик? Тут опасно, ребята, тут кислота, поэтому лучше по ней не ходить и не бегать, и даже в нее не нырять. 261 монетка у меня, вот он возвращается. Давай, давай, иди сюда, опа. Что-то мне подсказывает, что на меня сейчас будут здесь нападать. Или что-то падать. Опа. Я так и думал. Так, готовимся, следующий, наверное, сейчас выпадет. Так оно и происходит. Так оно... И еще один, да? Нет? Так, давай-ка мы эту статую бомбанем. Автомат. Твою ж налево, еще чуть-чуть, и я погибну. А как мне тут, интересно, быстренько так сделать? Прыгнуть нужно, да еще чтобы не погибнуть. Вот. Фух. Ладно, попробуем. Опачки, нормуль. Что это у нас такой за здоровый ящик? Шикарненько. Блин, мне бы на самом деле бы хотелось, знаешь что? Какую-нибудь фрукту скушать. Будем строчить по ним. Ага, я смотрю, им не нравится. Ой, как не нравится. Так, а вниз, как мне вниз, ребята? Да идите вы в пень. Расстрелялись они здесь. Эй, ковбой, спускайся, я тебя жду здесь внизу. Не хочет он спускаться ко мне. Ладно, я сам к нему подойду. Ну что, парень, все, получил свое? Ага, на этом битва не закончилась. Они позвали новых решей, смотри. Да ладно, мне нужно к тебе идти туда. Ты что, специально что ли туда встал, а? Орлик. М? Блин, что-то я хотел его схватить, а у меня почему-то не получилось. Хотел ему сделать бросок. А куда нам дальше с тобой идти? А, у нас здесь появился вот такая вот платформочка. Нет, я не пойду в магазин, ничего я там покупать не буду. Все равно у меня денег маловато. Будем копить. А, это со щитом. И вот просто так не пробить. Мы это... Не надо. Камон сюда. Хоба. Фига ты, парень, пробежал. На-ка. Сейчас еще получат меня. Замечательно. Так, наверху гем я вижу. Надо будет его поднять. Блин, со здоровьем, конечно, плохо все очень. Просто беда. Опа, яблочко стырили. Этот... Слушай, а у меня двойной... Ну да, как бы есть, но он наполовину прыжок двойной. Он больше идет как зависание в воздухе. Уйди от меня. Захотел с потяжка сзади, а? Бомбануть меня, видел? Своей дубинкой. Ну уж кукиш с маслом ему. Опять это со щитом. Так, готовимся, ребят. Да куда ты? Нет! Не надо меня бить. И вот этот нервирует. Ну все, я готов. Сила ци накопилась и бомбим. Еще. Вот так вот. Будет с каждым. Кто там у нас, чувак?
с дробашиком наверху. Сейчас я с ним разберусь, конечно же. Куда он? Думаешь, что меня куда-то денется? Нет, я его сейчас на шипике, вон он туда вниз. Мне бы главное самому туда не попасть, не погибнуть. Сюрики, спасибочки. Так, и вот это вот. Хе-хе-хе, подкрепился. Оу, друзья мои, посмотрите, что тут происходит. Опять же, очень много убитых жителей. Прогресс сохранен. Мы получаем с тобой почти фул еду. Статуя короля опрокинута. И сейчас, наверное, будет босс. Да-да-да, очередной громила, который выламывает ворота. Ёпарасы-то, это чё? Вот этот парень, наверное, шутить не будет. Так, ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же я так... Так. Стреляет. Что он еще делает, кроме того, как стреляет? А как мне с ним драться? Опа-на! Ты понял, что он делает? Нет. Что такое? Не надо! Фух. Так, вот он, когда перегревается. В этот момент его нужно бомбить. Я теперь, друзья мои, понял. Да отвали ты от меня, кибернетик. Ох, сейчас. Уходим. Понял я тебя прекрасно. Наверх стреляет. Так, у него перегрелась пушка. Есть! Шикарненько. Чудом, чудом мы его подбили. А главное эти, да, бойцы, только и успевают тут стрелять из автоматика. А чтобы мне помочь, так нет. Все ведь на меня на одного оставили. Но самое-то главное, что мы с тобой прошли этот уровень. Чем они больше? Выполнил я, да? Ну давай посмотрим, что у нас будет дальше. Сундук я заслужил. Давай глянем, что в этом сундуке. 6 самоцветов. Потом, потом. Кстати, у нас с тобой 61 гем. Оу, 61 гем. Я, значит, могу себе неплохо. Угу. Неплохо тут. Хорошая мощная атака. Выше урон, лучше дальность. Да и вообще мощная атака стала мощнее. Но все равно поди дождись зарядки, верно? Выучим. Я выучить, ребят, хочу. Опа. Ты понял, как мы теперь делаем? Что бы еще нам прокачать? Я даже не знаю. Ваша комбо добавляет начальник. Вот, давай комбо сделаем. Так, 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 так. Ага, замечательно просто. Ну все, у меня, по-моему... Нет, я могу еще хороший нижний пинок сделать. Вот так он делается. Замечательно. И хороший захват с броском. Подходим, хватаем и на тебе. Все предельно ясно. Ну что, а мы с вами продолжаем, друзья мои. Переходим в замок, по ходу дела, да, на территорию замка. Ну и вперед, конечно же. А что тут улучшить? А, ну это вот это улучшение. Не, не надо мне пока. Игра, конечно же. Выберите компаньона. Ну давайте смотреть, что у нас здесь будет. Новенькая. Тук-тук. Постучались, типа, вежливо, да? Ага. Опять эти помощнички. Оу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, эти, как всегда. Так, ниндзя пошли в бой. Там, походу дела, кто-то проиграл. А, ну тут и с их стороны. Не надо. Да идите. Так, я тебе сейчас по заднице-то... По этой надаю. Хотел на самом деле сделать супер удар, но не получилось. Ладно, фиксим. Так, что ты там наверху стоишь, лыбишься? Давай, иди сюда с щитом. На. Оу, с дробовичком так нечестно. Я готов, я вас жду здесь. Что-то я не понял. Я смог проскочить как-то через пули? Блин, а мне не нравится эта вся фигня. Вы что делаете, эй? Голодранцы. Вот так ему. На.
лети, как говорится, птичкой. А почему я не могу туда-то запрыгнуть? Эй, в чем проблема? Все, я понял, как надо туда запрыгивать. Нет. Да елки ты палки, ну смотри. Давай. Энергия ци внутри меня горит. Все. Слушай, сложно. Они становятся сильнее, хитрее, проворнее. Так, монетки, а как вон те монетки подобрать, а? Объясни-ка мне. Не могу. Ладно, я вот этот вот кувшин разобью. Яблочко, спасибо хоть на этом. Телевизор. Родненький ты мой. Ну-ка, что ты там нам подкинешь? Сердечко. Ох, елки-палки, вот это меня сейчас... Ребята обманули здесь. Постой секунду, а... Погоди-ка, я не могу понять. А в чё, как я туда должен? А, вот, наверное, отсюда, да? Фух. Чё ты там чипсы лопаешь, а? Стоит он мне там, кушает. В тот момент, когда у нас вовсю драка идет. На-ка! И тебе сейчас достанется. Яблоко берем срочно. Бомбим кувшин. Чё же вот это за король такой, а? Может быть, это король все тут мутит? Мутю какую-нибудь, а? Такой же может быть? Да наверняка. Так, мы можем с тобой еще повыше даже, видимо, прыгнуть. Хм, погоди-ка, а в чем прикол? Для чего здесь вот это сделано? Где-то как... А, видишь, тайный предмет был. Блин, вот здесь надо быть аккуратным. Очень аккуратным. Так, прыгаем с тобой наверх. Перепрыгиваем. Опа. Замечательно. Ну что, забежим в магазин, глянем, какие там у нас прибамбасики продаются. И я вижу сюрикены. Предлагают за 50. Муки выбора. Новое достижение. Спасибо. Но я бы не сказал, что это муки выбора. Так, внизу, надеюсь, все четко. Все прекрасно. Так, дай-ка я прыгну там, где флаг. Ага, видишь? Видишь, везде секретики определенные есть, да? Монетки спрятали. Что это такое, я не понял. От кого они побежали? Ну, голодранцы, я тут. Не надо. Так, солидно. Давай, 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 давай. Ой, этот у нас с дробашом. А ты-то что тут селфи делаешь себе, радостный такой, стоит. Этот вот бесит меня больше всего. Чудик с автоматом. Он стреляет издалека. Эти с дробашом, конечно, подходят вплотную. Во, бип-бип. Ну, иди сюда, пулеметчик фигов. Да ё-моё, я так буду за тобой долго бегать. Остается один, да? Стражник вот этот вот. Конечно, уже замахнулся, уже хотел ударить по мне. Ну, не тут-то было. Наверх, я понял. Так, сюда прыгаем. Уровни, кстати, стали намного длиннее, чем в начале. Поэтому как-то играть стало поприятней. Что там нам... О, автомат. Не-не-не-не, не надо. Опять этот задницу мне показывает, а? Готовы, хлопцы. А вниз я, интересно, могу спуститься? Или мне кажется, не стоит, да? Мне кажется, вниз лучше не спускаться. Я вот здесь пробегусь поверху. Вот, монетки, все дела. Сохраночка. Опять бой. Вот, закончил свой пип-пип. Все, у меня и сюрики закончились. Ладно, будем с ними так воевать. Ага, ну прыгай. Тебе-то вот как раз надо в первую очередь наказывать. И теперь уже смотри, я прокачался. Не надо их по два раза бить. Одного раза достаточно, чтобы они отдуплились. Съедаем яблочко. Переходим сюда. Понятно. Надо будет выше подниматься, да, чтобы перепрыгнуть на второй балкон. Опа. Так, погоди-ка, а как... Вниз, что ли, мне придется, да? Ой! Гори в аду! Тебя бы тоже туда отправить. Ха-ха! Спекся, малый. Слушай, теперь бы, конечно... Опа! Получилось, все великолепненько. Что тут? Сердечко получил. Давай-давай, наверх прыгай. Блин, а если я не хочу, например, вниз, да?
Я хочу, может быть, здесь, на балкончике побегать себе спокойненько. А вот этот парень, да, этот парень посильнее будет, чем остальные. Но он с щитом, поэтому как бы... Так, наверху монетки. Блин, ну вот как вот тут верхнюю взять, я не знаю, ребят. Что-то там бибикаешь, а? Бибип. Вставай, я еще с тобой не закончил. Ножики. Ножики у нас с вами появляются. Так, перепрыгиваем сейчас. Опа, сюда, сюда. Ящик надо этот разбить. Может быть, там что-нибудь хорошенькое будет лежать для нас. Видишь, монетки. Ты что такой грустный? Так, тихо, тихо. Мы с вами докуда-то дошли. Опять эти ниндзи. А в чем здесь прикол? Тихо. Я, кажется, понимаю, в чем здесь прикол. Надо... Ай, зачем? Зачем ты спрыгнул? Надо же было стоять, потом вот сюда нам нужно, да? Да ёпрасо ты, ну... Денчик, ты что делаешь? Твою ж налево! Мне в любом случае нужно перепрыгивать на нее, понимаешь, да? Перепрыгивать вот с этой штуки. Блин, я не пойму, как тут сделать-то так? Тут надо все рассчитать, получается. Во! Ну, наконец-то, ё-моё. Наконец-то. Погнали. Так, а этот со щитом у нас, я думаю, в чем проблема-то? На-ка! И упал вниз. Так, этот, видимо, прочухал, да, всю тему? Пришел. Ну, а ты-то куда, а? Голодранец. Внизу можно, конечно, немножко яблочек взять, да, и монеток. Я, наверное, так и сделаю. Главное не сгореть. Сейчас. Опа. А вот оно, яблочко. Так, погнали дальше. Неплохо я тут помесил этих ребятулек. Что ты там стоишь-то? Типа не видел меня. Да видел он все, он просто испугался. Нам дальше наверх с тобой нужно. Облачко. И я в дамках. Так, давай, что тут у нас? Еда. Не-не-не-не-не-не, хорош тут начинает строчить. Терпеть его не могу, если честно. А вот эти голодранцы сами виноваты. Тут никакой секреточки не было. Я думал, может, там какой-нибудь, знаешь, потайной проходик есть. Но его не было. Давай. Со всеми разберусь. Опс. Как ты, гаденыш, не попал под мой удар, а? Не понял я. Курочка. Фулл ХП у нас с тобой. Ать. Промахнулся. Иди сюда. Я жду. Этот чисто случайно попал под замес. Но он все равно это заслужил. Я готов. Энергия ЦИ вышла наружу. Опять огонь. Ё-моё. Так, что нам? Просто перепрыгнуть надо, да? Ладно. Кстати, наверху у нас облачко. Как мне попасть к нему? Смотри. Там появляется облачко. Кто-то сказал двойной прыжок. Нету тут, ребят, никакого двойного прыжка. Нету, понимаешь? Так, опять тут какая-то беда. Ниндзи валяются. Яблочко мы съели. Телевизор разбили. Опа. Какой нам автомат достался. Так, это что? Ой, это кто такой? Фига. Чувак с двумя УЗИ. То есть он меня ждет внизу? Потерял, типа, да? Не знаю, где я. А я-то тут по... Ой. Чего? Не понял. Ага, раскрылся, все-таки я его накумарил. Да ну. Ух ты, сопляжуй. Е, это что, был обычный воин? Я-то думал, что это какой-нибудь босс. Но если такие воины дальше пойдут, это будет чертовски плохо. Так, монетки. Ага. Здесь же у нас, по-моему, облачко, нет? Не здесь оно появлялось.
Понятно. Этот король слишком любит себя, я смотрю. Везде у него тут статуи его стоят. Так, что тут такое происходит? Нифига. Что-то озадачились. Так, ну, задание выполнено, как ты понимаешь. И все очень довольно хорошо. Оценить нет, мы будем с тобой продолжать. Так, зарабатываем сундук. В нем опять, как всегда, наверное. Ух ты. Вы получили улучшение оружия. Теперь вы можете улучшать свое оружие. Нифига себе, тут даже такое есть. Но здесь, как всегда, ребята, у нас самоцветы. А как же я могу улучшать оружие свое? Вот. Ага, есть готовое к улучшению оружие. 5 гемчиков, да? Боезапас 50%, а урон тоже на 50% улучшается. Слушай, ну прикольно. Я могу, ну да, много чего могу тут улучшить. Практически все. Давай улучшим. Электрический урон наши сюрикены получают. Так, а это что у нас тут такое? То есть я могу пойти сюда, а могу пойти сюда. Выбор, как говорится, за мной, да? А если я сюда пойду, я вернуться смогу вниз? Ну вот на B3 или нет? Пока не знаю, друзья мои. Поехали. Попробуем здесь поиграть. Так, компаньон. Блин, я хочу Барри получить, блин. Но Барри мне не даются, потому что он, по-моему, только покупается в магазине. Король с дрянным замком. Вот так вот название. Подходящее. С дрянным замком. Ну где эти аглоеды? Я готов. В плане. Ничего себе, тут уже собаки прибавились. Причем очень злые. Энергия ци. А почему? Твою ж налево. Мне это совсем все не нравится. Собаки эти злобные тут. Да уйди ты тут тоже своей дубинкой машешь мне, на. Да. Один из подписчиков мне сказал: Рэй, ты не думай, что так легко тебе все это будет получаться. Дальше тебе придется донатить. Я сижу и думаю, почему мне придется донатить? Неужели там такая лютость пойдет, что я без доната просто не смогу пройти? Или он просто по себе судит? Единственное, что я вдонатил, это 100 рублей, чтобы отменить вот эту вот рекламу, которая здесь практически на каждом шагу была. Я думаю, что это несущественный донат, он не влияет никаким образом на игру, а наоборот даже помогает, так как мы с тобой отменяем эту чертову рекламу и экономим кучу времени. А мне на монтаже, как говорится, тоже намного будет спокойнее и лучше. А то я первую серию, когда делал, столько рекламы, почти сколько там, где-то на 10 минут но удалял видоса из-за рекламы чисто. Так, могу я сюда? Эть, нет. Блин, а собака-то это... Она не отстает, она прям по пятам идет за мной, а? Так, иди отсюда, хлопчик. Кувшинчики. Это хорошо. Смотри, опять собака бежит. Да что ж ты будешь делать, а? Мало ей, а все. Лезет на рожон. Так, ага, я понял. Надо нам с тобой наверх. А здесь нужно будет прыгнуть. И надо будет... Вот здесь тоже успешно. Пацан к успеху шел. Найден тайный предмет. Ага. Собаки. Так, хорошо, что мы можем с тобой этих собак, да вообще любых вот тварей, сбивать именно в воздухе. Фига он раз... Ничего себе, парень. Жалко, у нас тоже нету какого-то удара, да, с разбега. Я бы так бы разогнался бы. Как за трещину бы дал бы ему. Кстати, у нас тут яблочко есть, я могу немножко восстановить себе здоровье. Ну, совсем крохотульку, да? Так. Плохо, конечно, я подобрал там все. Ну да ладно. Тут же нет такой сути. Подними все монетки. Нет, просто... Ать! Молодранцы, я вас жду. Так, погоди, погоди, погоди. Ой, какой... Какой сейчас был замечательный, блин, замес. Дай-ка мне этот кувшин подбить. Курочку я взял. Что, потерял меня? Я тут. Да.
Тихо, уже хотел прикладом бомануть. Псина откуда-то взялась. Просто с пустого места. Да-да-да, я помню этого аглоеда. Я буду их здесь ждать, если что. Нет. Блин, тяжеловато становится. Ну, прыгай. Ну, псины. И вам достанется по первое число. Все, ребятули, справился я. Погнали. Нюхает, вынюхивает, а? Так, давай-ка мы, наверное, сюда с тобой пойдем. Не знаю, куда лучше, наверх или вниз. Но собака не отстает. Тихо, уже готов был стрелять, да? Уже, как говорится, сделал перезарядочку. А зачем я эти монеты собираю? Только для того, чтобы в магазине окупиться. Получается так? Дай сюрики, пожалуйста, а? Ну дай сюрики. Опа, гемы заработали. Ну, гемы, я считаю, это вообще самый топчик. Блин, собак много. Давай, 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 не надо. Блин, все-таки все равно за... Да что, что, что? Блин, понятно, в чем проблема. Он, оказывается, дальше... Он дальше бомбит, чем я могу. Ну, готов я. У него дубинка дальше достает, чем мои кулачки. Понимаешь, в чем дело? Поэтому он меня и пробивает. Ага. На! Так, я вот сюда, интересно, смогу перепрыгнуть? Смог. Там, конечно, очень много монет. Да и фиг с ними. У нас же не челлендж какой-то собрать монетки все, да? Все до единой. Но... Нет, отсюда он не хочет запрыгивать. Фу, чекпоинт. Ну, давай заглянем в магазин, так уж и быть. Что там у нас? Я могу взять автомат, могу... Вот, еду. Курочку, да, надо, потому что у меня со здоровьем плохо. Так, давай дальше. Опять, мне кажется, сейчас будет этот... Оу! Здравствуйте, тут... Тут уже и летающий... Да блин! Эй! Да ну хорош. Смотри, смотри, что он делает, а. Я как маленький этот. Хоп-хоп-хоп, пронырчик. На. Давай-давай, кумарим. Отдохни, парнишка. Справился, да? Слушай, ну да, я думал, здесь будут одни и те же юниты. А фигушки там. Прибавляется с каждым новым прохождением все новый и новый. Так, дай-ка я попробую так сделать. Хоп-хоп-хоп. Воу. Ты посмотри-ка, что здесь у нас. Ай, вот это вкусно. Вот это было вкусно и приятно. Так, дальше что? Появляется облачко, нам нужно с тобой вон на ту платформочку, да, которая ездит. Так, вот сейчас надо будет делать. Хоп. Хоп, отлично. Дальше просто наверх. Тут чекпоинт. Что ты там вынюхиваешь? Нюхает он мне. Блин, этот огонь немножко раздражает. Яблочко. Окей. Так, идем сюда. Да чтоб тебе, я хотел его быстрее накумарить. Вот они, наши прокачанные, кстати, сюрики, которые бьют электричеством. Надо только проверить, как это происходит. Это проходит очень хорошо, кстати. А ну-ка. Сюда. Телек. Блин, зачем сюрики-то тратить? Господи, что ты делаешь-то, Рэй? Да ну. Так, погоди секунду. Не понял. Погоди-ка, а как мне тут? Ага, вот оно что. Получил? Нет, 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 рановато. Вот сейчас надо. А что у нас тут-то происходит, а? Что ты там потираешь себе одно место? Погоди-ка, он же у нас с щитом. Сейчас, 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 сейчас. Опа! Ну давай, давай, давай. Банзай! А этот типа не видит, да, что я здесь? Типа, а я не я. А я не знаю, кто я. Короче, дурачка врубает, как всегда. Но... Вот так вот. Скатертью дорожка.
Так, подожди, сейчас мы с тобой. О, замечательно. Теперь сюда. Погоди. Погоди, ребятули, что вы тут делаете? Давай, давай, в рукопашку. Что тут, с дробовиком-то любой. Ой, с дубинкой тоже любой сможет. Так, облачки, надо все это быстро делать. Погнали. Так, так, так. И вот так. Чекпоинт. Слушай, у нас с тобой очень много монет. Я думаю, что надо потратиться на что-нибудь. Опять еда, но я возьму ножики. Потому что еда у нас фул. Ты хочешь сказать, что мне надо будет вниз сейчас, да, идти? Ну да, даже стрелочка показывает. Вниз. Типа беги галопом. Воу-воу-воу-воу-воу. Собака-то сколько повлазила. Так, а тут шипы. Нет, это не для меня. Я готов. Ну вот это, блин. Бомбим, бомбим, бомбим. Давай, псина, да чтоб тебя. Да, с псами тяжело воевать на самом деле. Они тебя начинают теребить. Да чтоб тебя, ну отойдите вы от меня. Никчемные собаки. Давай быстренько с ними разбираться, пока не поздно. Все вроде бы, да? Так, тут у нас кувшин. Тут кувшин, наверху кувшин. И везде, как говорится, бой. Кто? Босс? Это что такое? Что это такое появилось? Я не могу понять. Ой! Да отойди ты, блин! Ах ты, офигеть, эта штука бомбит. Она бомбит электричеством. Ну, come on, baby. Да не ты, блин. Я это собакам на самом деле говорил. А ну-ка давай, оп. Вот. Их очень хорошо подбивать в прыжке, я понял. Но когда тебе, конечно же, никто не мешает. Дай, дядя, телевизор. Вау, базука. Да ну. Блин, тайная зона. Хопа. Отличная была зона, мне понравилось. Ай! Я только потом увидел, что там шипы. Так, тихо, тихо, тут надо очень-очень аккуратненько. Опять задело, да, меня? Будьте добры, дайте чекпоинт, пожалуйста, куда ты? Это я куда? Куда я забежал? У нас даже, оказывается, в пещерах есть какие-то определенные дверьки, куда я могу зайти. Типа потайной бункер. Да, забираю сундук. Посмотрим. 6 самоцветов. Отлично. Так, я могу прокачать себе оружие. Нет, у меня же всего 9 гемов. Мне же ни на что не хватит. Не, а абсолютно ни на что. И это немножко грустно. Слушай, я ведь могу вернуться, да? Могу же ведь сюда, да, вернуться. По-моему, могу, ребята, не закрылось ведь ничего. Б3. Б4. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на сегодня будет достаточно. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.